Подготовку региона к проведению международного форума «Россия – спортивная держава» обсудил в Нижнем Новгороде министр спорта России Павел Колобков. Сам форум пройдет 10-11 октября 2019 года. Главной площадкой станет стадион «Нижний Новгород», а также другие объекты спортивной инфраструктуры, которые были построены к чемпионату мира 2018 года по футболу. Первый форум «Россия – спортивная держава» прошел 10 лет назад в Казани. Ранее он проводился раз в 2 года, но в этом году по поручению президента Путина решено сделать его ежегодным. Сегодня посмотрели на площадке проведения форума, где будут проходить пленарные заседания, где будут проходить все круглые столы. В рамках форума будет также проведена выставка, посвященная развитию физической культуры и спорта. И там будут презентоваться наши федерации, регионы, партнеры. Проведение крупнейших международных соревнований. Также мы будем показывать наши основные проекты. Ближайшие – это чемпионат Европы по футболу 2020 года, универсиада в Екатеринбурге будет. Основной деловой программе, чтобы она была максимально насыщена, у нас есть такое поручение от губернатора Нижегородской области и как можно больше разнообразить и в том числе и культурную часть, которая будет сопутствовать как в дни форума, так и в завершающие его часы. У нас в этом году начался национальный проект «Спорт. Норма жизни», основная суть которого, задача, цель заключается в том, чтобы увеличить количество людей, занимающихся массовым спортом, систематически занимаешься спортом. Поэтому для нас, конечно, это актуально. В прошлом году форум проводился в Ульяновске. Его участниками стали около 3000 человек.